Кремль сейчас путает причины с последствиями, потому что НАТО, они предпринимают только ответные меры. Даже само решение о размещении этих складов на территории балтийских стран и других стран Восточной Европы, это полностью соответствует решениям саммита НАТО в Вельсе. Я напомню, что агрессия России, они начались даже не с началом войны на Украине, они начались с Грузии, еще раньше они начались с истории бронзового солдата в Эстонии.